10 видов писек вы будете ржать, фиксируйте. Олды здесь, блядь, олды здесь, погнали. Блять, откуда рофл про олдов пошел? Я не понимаю, это откуда? Опять от папича, нахуй? Папич. Чё происходит? Опять баян, а? Или от головача? Да похуй. Well, hello there. Хочешь про Зиму расскажу? Какую Зиму? Ну, смотри. Баян тоже видел. Какую нахуй, браток? Понимаешь, ты меня уже доебал, блядь. Хорошая история просто. Я уже просто не понимаю, как я воспринимаю. То ли тебя сейчас убить здесь нахуй, или закопать. Я не знаю, что с тобой сделать. Ты можешь просто заткнуться, блядь. Или нет? Уебать! Пошел тренд, блядь. Что за говно? Бакишок, спасибо. Представляете, а сколько людей от алкоголя выжило? Такой, блядь, статистики не ведется. А выжило большинство. Ёбнул рюмашку, и как ты можешь... Ай, бля! Нихуя, бля! Ого! Сосиски из собак великолепны. Цезл, спасибо. Блять, куда нахуй вылетел? Ёбаный, блять, этот ТикТок, сука, это пиздец вообще. You can do it! Sad when the game turns into a rat race. Ебать, веселье у людей. Да как я сдала ОБЖ? Отсосала Олегу Валентиновичу и все. Конечно. Жалко, что я не... Касался писи козла, я не касался писи козла, я не касался, он все сделал сам. Да, он не трогал меня там. Бля, ну это пиздец, вырезали и все. Иди нахуй. Я не дам тебе взятку, сука, падла. А вы можете в свою машину сесть и писать там?
ебать, охуенный соло. Тихо, бах, бах, бах! Это я, блядь, в РП. Начинается. Нам, наверное, придут эти трудности, опять придется ехать в Москву, и тогда все, что у нас обычно ожидает. Что-то выходит. Такой батя говорит, это ты, я такой, нет, не я, а он такой, а похож, такой же. Я такой, нет, не я, а он такой, я похож, такой же пидор, поел 17 лет. Спасибо за донат. Еее, отряды Путина, бля. Да, так ему и надо, козёл. Козёл! Так будет со всеми, кто против России, против нас. А тем более, и тем более это Америка, которая только агрессией занимается. Путин. Блять, такая дичь, блять. Мне хочется вот, блять, найти, кто это снимает, блять. Это что же вообще за дичь какая-то, нахуй? Дурачков, блять, берут, нахуй. Они реально не понимают, что они тупые мудаки, блять, кто там снимается или нет. Реально, блять, вообще пиздец, нахуй. Я не знаю, если у вас есть там, блять, дети вдруг. Это очень хуёво, потому что данные особи вообще плодиться в принципе не должны. То есть они помрут и хуй с ними, типа. Если они по себе подобных родили, мне кажется, блять, тем тоже стыдно. Это вообще дичь. Заявил, что мы с ним однажды после официального визита сюда публично, прижав к стенке, насиловали посла. Меня попросили, я делаю. Что же надо? Что происходит здесь вообще, блядь? Отвечаю, посадите туда моего батю, он вообще легко бутылочку бы эту нахуй бахнул. Вы
можете заметить, ребят. Лев против такой. Бутылочку берите, пожалуйста. Это то, что они не посыпаны, вот знаете, вот такой вот панировочкой не сделаны. Знаете, как в этой, в Макдональдсе. Знаете, в Макдональдсе они панировочкой, блядь, сделаны. Это какие-то лысенькие такие вот, да? Такое вот ощущение, что они какие-то резиновенькие, да? Вот как будто вот резиновенькие. Ну, я, в принципе, едал их. Это как бы более-менее, более-менее. Но самое главное — соус. Соус. Я жрать хочу. Будет вообще ништяк. Посмотри, соус барбекю. 100% по-моему, не помню. Чек 35 рублей, две штуки. И это якобы у них какая-то акция. Я не знаю, что это такая за акция, почем. Ну, 35 рублей, ребят. Ну, сколько может вот это дерьмо стоить? За границей это бесплатно дают. Просто в комплекте на горе, болей, баребу, бери и жри, сука. Здесь тебе еще за вот это хотят хуйнуть. Ну, это, конечно, борзость, борзость, ребят. Могли бы бесплатно раздавать. Реально охуели. Блять, человек умереть, наверное, хочет. Я смотрю на него. Ну, что-то сначала поорал, а потом хуйня какая-то пошла, блять. Ну, честно. Ну, вот реально, вот реально, блять, объективно. Чисто вот говно в конце пошло уже. Не смешно, фу, блять.